Кто лучше расскажет о человеке, как не он сам? К 150-летию выдающегося политика 20 века, создателя СССР Владимира Ульянова, Ленинский мемориал представил выставочный проект «Ленин от первого лица. Практик революции. Третья его часть». Мы уже представляли Ленина как теоретика, Ленина как ученого. Но самое главное в жизни Ленина, в деятельности Ленина – это путь революции, путь разрушения, но затем путь созидания, создания. Формирование большевистских взглядов Владимира Ильича, его путь от первого ареста в Казани до Октябрьской революции и политического завещания представлены на выставке экспонатами из фондов музея, а также картинами, иллюстрирующими периоды становления вождя. На нашей выставке собрано более 250 экспонатов. Причем это и первые издания произведений Владимира Ильича Ленина. Газеты, журналы, которые он организовывал, в которых сотрудничал, в которых публиковался. Венцом экспозиции стала инсталляция, собранная из полного собрания сочинений героя выставки. Когда начали смотреть в Москве, в других городах, что же сегодня посвящается Владимиру Ильичу Ленину, один из наших исторических журналов подчеркнул, что они ничего не нашли хорошего в других местах, и всем понравился вот этот наш проект, проект «Ленин от первого лица». Посетители выставки, окунувшись в атмосферу той эпохи, смогут судить о Ленине как его современники, понять причину и логику поступков через собственное видение Владимира Ильича, придя на выставку до конца мая. Анна Чайникова, Юрий Давыдов, репортер 73.